Сегодня я хотел бы, дорогие мои, поговорить, даже не поговорить, а, наверное, провести такую небольшую дискуссию по поводу отношения к здоровью. Ну вот, буквально вчера я узнал, что умер еще один мой знакомый. Достаточно, с моей точки зрения, серьезный бизнесмен, интересный парень, действительно стоящий такой, будем так говорить. Ну вот, да все умирают, и мы умрем. Не в этом вопрос. Я бы хотел провести такую маленькую дискуссию по поводу вашего отношения к здоровью. И понимаете, парадокс заключается в том, что, в общем-то, большинство людей оплакивает не покойников, а оплакивают самого себя в подобной ситуации. Вот смотрите, как интересно. Вот вы-то, ладно, умерли, это хорошо. А что же, в общем-то, ваши близкие? Вот жена мне рассказала этого моего товарища, который умер, да, и говорит, буквально за 2 дня до смерти ему сделали операцию. Это была, так сказать, аневризма в головном мозге, да, там оно проело, то есть кровоизлияние и так далее, и так далее. Ему была сделана операция, которая стоила $6000. Вот вы представьте себе, ваши близкие же не могут отказаться от операции, да, когда этот, сука, вампир, блядь, в белом халате, да, говорит, ну давайте, нам надо попробовать, вот. Что они могут сделать? Что люди скажут? Ко всему прочему, врачи не хуже комитетчиков умеют рассказать, как вам расстаться с вашими деньгами. И вот вы не занимаетесь своим здоровьем, и в результате ваши близкие потом должны собирать деньги. Ну, вы и так умрете, и так умрете. И при онкологии это. И все это знают. И дома продают, и квартиры продают. А человек все равно умирает. И все оно зависает в воздухе, как будто бы этого ничего не было, да? К чему я веду? Друзья мои, надо заниматься здоровьем. Огромное количество информации есть в интернете, но никто туда не заходит. Сегодня у меня появился 12-й подписчик, ну и практически, в общем-то, я уже как Иисус Христос, у меня есть 12 апостолов. Бред. Все то, что я выкладываю, да, и те занятия, которые я провожу, по идее, нахрен никому не нужны. Всем нужны только деньги, всем нужны шлюхи, всем нужны дорогие часы, дорогие машины. Ну, блядь, уроды, понимаете, да, в чем дело? Какой же смысл вот зарабатывать это все, а потом раз, и так хотел сказать, и на матрас, да? Ну, не матрас, а в ящик. Поэтому, ну, как-то, ну, нелогично получается абсолютно. Я еще раз вам говорю, у меня лично есть знакомые, которые по сей день, уже прошло полгода, наверное, да, еще $300 000, которые, блядь, покойный где-то засунул куда-то и не могут найти этих денег. Он только сказал 300 штук и... Какой же смысл? Ну, я не вижу. Ну, может быть, потому что я еврей или как это понимать? Ну, я не вижу смысла. Ну, вот как-то нелогично все в жизни идет. Не заниматься собой, не заниматься своей душой. Копить, откладывать, что-то делать, что-то решать, а потом только чварк, и тебя нету. И уже близкие ищут эти 300 тысяч, ломают дом просто-напросто по кирпичу, раскладывают все абсолютно, ищут эти филки. Может, лучше вообще как-то заниматься собой, знать, что внутри вас паразиты живут, да, что надо что-то делать, бороться. Поэтому... Если вы уже так с неуважением относитесь к самим себе, да, то, по крайней мере, к вашим родственникам, которые должны потом продавать квартиру, когда вы лежите, и нельзя говорить, это случилось вот потому, что так Господь Бог захотел. Да нет, это вы так захотели. Вы не занимались здоровьем. Вы не травили этих уродцев, которые живут внутри нас. Это вы блудили, да, так сказать. Я, кстати, тоже не исключение. В свое время. Но это вы все это заработали.
Организм человека – это чудесная биологическая машина, и она может любое. Но нет, человека интересует политика, человека интересуют деньги, человека интересует престиж, человека интересуют его эмоции, его вот эта вот словесная какая-то непонятная билиберда, то есть живет эмоциями и полюциями. Но здоровье не интересует. А потом раз, эти бедные родственники стоят перед фактом. Вышла эта чмо в белом халате, да, и сказала, ну что, бля, бабло есть? Конечно, есть. Ну это же наш родной человек. Ну так давайте будем резать, ешь твою мать. Это как если к вам пришли делать ремонт, взяли все, поломали, взяли с вас денег и все. Они что-то делали, блядь, и наконец приделали, да? И человек уже в каплычке. Ну как? Поэтому я еще раз вам говорю, не хотите думать о себе, подумайте о своих родственниках, о своих близких, которым вы своей смертью, да, очень серьезно создаете проблемы. На сегодня все.